Специалистам удалось опознать редкого леопарда, сбитого на трассе в Приморье. Мы рассказывали о нем накануне. Оказалось, что это трехлетняя самка Килли, жительница заповедника «Земля леопарда». Кстати, подопечная почетного члена Международного олимпийского комитета Жана-Клода Килли. Ну, в честь него животное, собственно, и назвали. Идентифицировать леопарда удалось благодаря фотографиям очевидцев с места аварии. Там зверь неподвижно пролежал некоторое время, а потом ушел в неизвестном направлении. Самку два дня искали, но в понедельник поиски пришлось свернуть. След дикой кошки оборвался. Сотрудники заповедника надеются, что ей удалось выжить. Сейчас, напомню, в дикой природе обитает не более 80 леопардов этого вида. Но водитель, сбивший животное, об этом, видимо, ничего не знает. Он даже не стал помогать зверю и просто скрылся с места ДТП. Thank you.